Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о торговой стратегии, которая позволяет зарабатывать каждую минуту по $50, и в результате в течение 7 месяцев можно заработать до 4 миллионов долларов. Примерно так делают банки. Сегодня мы заглянем в эту потайную дверь. Поэтому не переключайтесь, впереди много интересного. Итак, вы наверняка задумывались, как же удается крупным банкам зарабатывать огромные деньги. И я вам скажу, в последнее время это перестало быть тайной. Не так давно, например, Deutsche Bank уволил порядка 200 человек реальных живых трейдеров и на их место нанял 200 техников и поставил огромное количество компьютеров, которые в автоматическом режиме позволяют зарабатывать на коротких сделках. И именно эту стратегию мы сейчас одним глазком с вами посмотрим, разберем, и вы и ужаснетесь в хорошем смысле слова, насколько она может быть прибыльная. Но не будем терять ни минуты, давайте переходить к фактам. Итак, на экране вы сейчас видите пример так называемого парного трейдинга. Это когда у нас есть две валютных пары или две акции или два каких-то инструмента, которые присутствуют на рынке. В нашем случае сегодня это будут фьючерсы, например. Вы видите график одного инструмента и другого, желтый и синий. Смысл заключается в том, что когда один инструмент идет вверх, мы его именно с хаев, скажем так, с максимальных цен продаем, а другой, который, например, синенький, вот здесь, мы его на минимальных ценах покупаем. И в определенный момент мы, скажем так, переворачиваемся. Один инструмент начинаем продавать, другой покупать, и так это делаем постоянно. Но вся сложность заключается в том, чтобы знать, когда покупать, когда продавать, когда выходить из сделки, а главное, на каких инструментах это все работает. И также очень важным является великолепное исполнение сделок, плюс еще нюансы. Их мы сейчас с вами и разберем. На этой картинке вы видите рост доходности в паре евро-доллар-японская иена, который осуществляет робот, созданный по этой стратегии. Вот список трейдов или сделок, которые были заключены в автоматическом режиме программы. Как вы видите, сделки короткие, длительностью в одну минуту. Притом по одному инструменту происходит покупка, по другому в противоположную сторону продажа. И это происходит с учетом, конечно же, рисков. И только в нужный момент. Притом, как я уже говорил выше, в автоматическом режиме без участия трейдера. Программа принимает решение и сама открывает и закрывает сделки в нужный момент. И делает это примерно 500 раз в день. А это на экране вы видите график доходности золота к натуральному газу. В определенный момент программа открывает сделки, закрывает. Сейчас мы это с вами посмотрим. И вот такая кривая доходности получилась за прошедшие 7 месяцев. С начала года до текущего момента. А эта картинка показывает нам также список сделок, которые были открыты в автоматическом режиме. Опять же, по инструментам золота и натуральный газ. В определенный момент программа открывает сделку, через минуту закрывает, но только делает это не просто так, когда угодно или постоянно, нет. Только в тот момент, когда она определяет, что сейчас наилучшая точка для входа на покупку или для продажи. И делает это постоянно, вот как я говорил, порядка 500 раз в день. И так каждый торговый день. Также вы видите на экране картинку доходности этой стратегии для этих инструментов. А сейчас на экране вы видите кривую доходности, самую, наверное, интересную. Это золото к серебру. В определенный момент времени программа, как я говорил, открывает сделки по золоту, закрывает по серебру. В один момент покупает серебро, в другой продает золото. Потом опять продает серебро, покупает золото, продает золото, покупает серебро. И так в нужные моменты времени тысячи раз в течение этих месяцев. И вы видите, к чему это приводит. Если у вас депозит был, например, 10 тысяч долларов, а здесь был такой именно расчет, то в конечном итоге у вас было бы по итогу 4 миллиона на счету. Сейчас на экране вы видите пример сделок, которые открывает программа автоматически. Длительностью каждая сделка 1 минута всего лишь.
открываются сделки, например, на продажу серебра, в другой момент на покупку золота, потом наоборот и так далее. Все это происходит в определенные моменты. И, как мы видим, меняется доходность и открываются сделки. Очень много, очень часто, опять же, без участия человека. Итак, я показал вам, как с помощью автоматической программы можно на разных инструментах, в данном случае на фьючерсах, но также, возможно, и на американских, европейских, любых других акций, найти соответствующую корреляцию инструментов, и в определенный момент времени можно покупать и продавать в автоматическом режиме и получать при этом прибыль. Конечно, существуют нюансы. Один из самых главных нюансов – это великолепная работа брокера, который должен осуществлять все ваши сделки. Конечно, нужно учитывать комиссию, а в данном моменте эта комиссия не учитывалась, и она существенно может сократить вашу прибыль, если брокер будет у вас жадный. Но не все так печально с комиссиями, брокерами и так далее. Например, для того, чтобы снизить существенно, буквально в 5 раз комиссию, можно вполне официально у биржи купить так называемое членство на этой бирже, стать официальным как бы представителем, что ли, и тогда комиссия примерно с $2.50 за одну сделку, за один контракт, будет уменьшена примерно до 70 центов. И это существенная экономия и кривая доходность, и тогда будет ваша стремиться именно к тому, что вы видели на экране. Как вы могли видеть, данная стратегия позволяет вам приблизиться максимально близко к тому суперзаработку, к той доходности, которую делают банки, инвестиционные подразделения. И делать это вполне автоматически, только нужно разработать данного робота. Также далее необходимо выбрать хорошего брокера, и тогда ваша единственная проблема будет только в том, куда же потратить все заработанные вами доллары, иены, евро и так далее. Поэтому это все возможно, и как вы видите, это работает. Ну а если вы хотите подробно рассмотреть эту стратегию, может быть даже в реальном времени, чтобы поторговать, напишите об этом в комментарии, и я обязательно сделаю такую торговлю специально для вас. С вами был Сергей Заботкин, до новых встреч, пока-пока.